Мин бик күңелсез, нипелән килсәм дә, бөтен предпринимательләр исеменнән торговый дом адмиралда яндык, сез моны бик яхшы беләсез. Без 2 ел эчендә 2 пожар үткән кешеләр. 13-нче елда новый турада яндык, анда без янсак та, безне бик авыр булса да, безне торговый дом адмирал урыннар белән обеспечить итеп принимать иткәне. Мин представить мәмсин сезнең якташыгыз Мансурова Рахиля. Хәзер безнең тагын шушындый беда булды, без хәзер бер нәрсәсез калдык, яндык, эшсез, урынсыз, товарсыз. Без сездән бик каты үтенеп бөтен предпринимательләр сорый, без может Казаннан берәр җиргә безгә булышуыгызны. Может, Юк, сезнең урыныгыз юкмы бүген? Без новый турада безнең анда урыннар бар бит, новый турада. Без новый турада булдык, анда без кире яндык, уже кире әйләнеп кайтасыбыз килмей анда яңадан. Может, безнең предпринимательләр Казан ичендә калып эшләргә теләгебез бик зур була иде. Может, бренди площадка или бренди строений безнең. Но, как я знаю, Денис, какие-то места и в Казани были. Посмотрите, в Казани, кто не хочет в туру идти, значит, подобрать места. Александрович, по адмиралу могу доложить коротко. На самом деле, более 2000 торговых мест было предоставлено, в том числе в городе Казани, сразу на следующий день, 1150. И новые тура порядка 1000 мест. Сейчас, на данный момент, по нашей информации, там 93% предпринимателей размещены. В новой туре многие размещены, там около 700 ячеек, а адмиральцами заняты. Вот. Но единственное, у людей пока там сложность в том, что нет товара, они, допустим, не разместились. Здесь речь идет, на самом деле, о другом, просто предприниматель эмоционально достаточно задает вопрос. Есть проект, например, в Набережных Челнах, как бы паевого рынка, наверное, Нурлан Сулейманов, вот он здесь присутствует, то есть они этот проект делали, когда местные предприниматели входили в пай, и создавался торговый комплекс, который сразу частично принадлежал самим предпринимателям. И у них как бы появлялась фиксированная торговая точка, и они управляют, самое главное, всеми условиями по аренде, по обеспечительному платежу и так далее. Вот наши местные предприниматели, которые тоже торговали на Адмирале, там, я имею в виду граждан Российской Федерации, наших местных, родившихся здесь и так далее, вот у них была одна из инициатив озвучена, которая, то есть что в городе Казань может быть в перспективе создать подобный рынок, именно паевый, чтобы наши местные предприниматели получили. Но там это же нужна площадка, это не так просто, и свободных площадок сегодня в Казани нет. Если это где-то в пригороде, или если не тура, значит, по трассе М7 или где-то. Давайте посмотрим. Это же связано с земельными площадками. Я уверен, что в Казани таких площадок нет, они все сегодня частные. Но тем не менее, если есть какие-то у вас инициативы. Казанда қалу бигей бәт. Аның үшін бет қарға керек. Қайда ол мүмкіндік не хал етіп бұлар? Бірнінде мүмкіндік ек та Қазан үшін тіп қалу. Мен алай деп әйтмәдім. Бұтен рынықлар, из другі рынки, где в Казани можно разместиться. Вы сами торговать хотите или организовать бизнес? Зачем? Мен өзім сатушы. А сатушы? Частный предприниматель. Ну, сейчас предприниматель, раз она до сюда дошла, найдите одно место в Казани. Одно место, Анатолий, без шлядок семья, блин. Ну, семья, раз, блин, найдите на семью. Без мыньки есть кэше, бер площадка, да, шлярга, телер, телер. Ну, ведь Аллай был Алмей. Ну, он ведь меня антерми, я когда меня... Он... Шығырланған кішілері бар, орыннары бар бүгін кенде, анда орыны бұш ма, юқ ма? Ол алайғына біз мені үшіраштық та, әйді Қазанда рынық ішілі біз деп, неталмай біз бет.
Минаграм парам парак бар. Без аны предприниматель, так, ауыл хужалығында ішлеушілер ішін ішлады. Менің бұл неге жауамым бек, әлі. Әгер де енді сізге қойадыр мұна енді сіз бақташығыз депте ебердегіз. Қойадыр сатырға орын керек болса, бірге мұна калинкем біле бір орын табып сізіне ораштырға риза. Орынлар бар, дейм бе? Ну, куп мурым бар, қорағыз, кемдір тұраға кетті, кемдір. Біз мелкір оптово-розничный торговля. Мұнда сұрау, яна рынок бойынша. Я не готов, давайте мы возьмем, но все равно я бы не в городе это делал. Это должно быть в пригороде. В пригороде это хорошая идея, но не в городе. Ну, может, Қазанға яқын тиреді. Может быть, паривіз.